друзья, всем привет! На связи платформа Ваикра, с вами Давид Веледник и наш супер вообще гость Яков Сегал. И мы открываем тоже такую новую серию видеоуроков. Я буду брать такие интервью короткие с разными интересными людьми. И хочу с таким простым вопросом, да, дорогой мой друг Яков, расскажи про свой первый раз. Первый раз! Ну, я имею в виду не то, что вы подумали, друзья, я имею в виду про твой первый шаббат. Первый шаббат. Как ты пришел, вот даже, может быть, там не какой-то уже там религиозный, уже с бородой и в кепке модной, Дольче Габбана. Прикинь, да? Если бы я так пришел первый раз на шаббат, в таком виде. Вот, здравствуйте, а что это здесь я хипстер, это шаббат, да. Я хочу соблюдать шаббат. Вот, именно про твой шаббат вообще самый смешной. Когда ты вежливо выключал свет в туалете, переживал, чтобы сэкономить там кому-то деньги. И, ну и всякие другие смешные курьезы, которые, уверен, были у всех, кто как у кого был его первый раз. Расскажи нам про свой первый раз. Всем привет. Ладно, буду как краток. Значит, первый шаббат это был у меня в Бостоне, в Соединенных Штатах, когда я учился там в институте. И мне просто родители прислали адрес синагоги. Я тогда не понимал, что это хаббатская синагога. Я пришел в синагогу. И ну, там была, значит, отдельная история по поводу того, как интересно и круто, какой был духовный опыт там, на молитве и все такое. Было очень интересно. Но интереснее всего было во время трапезы. Мы спустились там внизу, там как столовая. Как столовая. И много людей было, человек 30. Среди них много хасидов. Притом, очень важный момент, не было ни одного русскоязычного человека. Я был единственный русскоязычный парень, мне было лет 21-22. Все остальные американцы, родившиеся в Америке. Я сажусь за стол, я помню, и начинается там, значит, кушаем все, лихаем поднимаем. И тут раввин начинает запевать песню. Она звучит следующим образом. Эй, ты, дурень, Марку, шо ты едешь на ярмарку? Не купляешь, не продаешь, только робишь сварку. Это в Штатах, да? Это в Штатах, это в Бостоне. Я сижу, я единственный русский говорящий человек. И тут я понимаю, что вокруг меня эти странные люди поют не только по-русски, а еще на каком-то древнем русском диалекте. Мне показалось, вдруг, что я попал, знаешь, в какую-то, потерянную... древнеславянскую общину, бородатый дядь, знаешь? Вот, и это было, у меня был разрыв мозга. Это был первый шаббат, и вокруг американцы поют на древнерусском языке какие-то песни. Ну, конечно, ну да, это, со временем, конечно, это я понял, почему и как. Но тогда на меня это произвело огромное впечатление. Я понял, было, что я попал к своим. Что было своим. Такое первое, такой вау-эффект, что тебя вызвало, когда ты пришел в синагогу? Первое это молитва Шмона Исра. Было следующим образом. Я пришел, был небольшой урок перед шаббатом. И вдруг все встали и дружно побежали в соседнюю комнату. Я не знал, что происходит. Я такой, типа, куда все побежали? Я побежал за ними, типа... И там была суматоха, что-то все брали книжки. Ты подумал, сейчас что-то будут давать. Сейчас что-то надо будут давать. Бежать, вдруг что-то дадут. Да, и я, короче, забегаю туда, и вдруг в один момент все вдруг остановились по стойке смирно. И человек 20 просто перестали говорить. И стояли все вместе в молчании полном. Вот так, как солдаты. А я посередине. Я такой поворачиваюсь вокруг. Я понимаю, что я стою секта. Среди... куча мужиков каких-то. Да, да. И они все почему-то молчат и покачиваются чуть-чуть. Я такой, я понимаю, что сейчас нужно быть в тишине. Я не знаю, страшно двигаться с места. Ты не знаешь, не дай бог, кого толкнешь, он тебя вырубит. Ты реально не знаешь. Ты первый раз. Но тогда у меня был очень духовный сильный опыт, потому что я был совсем, ну, как бы молодой, мне было 20-21 год, или 22, вот где-то что-то в этом возрасте. И у меня было такое чувство часто, что неуверенности в себе, что вот на меня кто-то не так смотрит, или мне нужно выглядеть тем или иным образом, чтобы понравиться кому-то. А тут я ощутил, что на меня никто не обращает внимания, всем совершенно пофиг на меня, все занимаются своим делом, я нахожусь среди группы людей, и никто на меня не обращает внимания. Я могу быть полностью свободным сам с собой,
без того, чтобы волноваться, что обо мне что-то кто-то подумает. Это было какое-то чувство такого глубокого освобождения. И духовный опыт, вот первый, наверное, был вот на молитве Шмонайсера в Хирдшаббат в синагоге. Да. Сильно. Класс. Ну, еще есть какие-то откровения? Пока что хватит. Окей, все, значит, мы пробуем делать новый формат, новые рубрики. Да, если вообще идея интересна, то мне само просто интересно это как направление. Сам сделаю видео, расскажу про свой первый шаббат. И тоже буду брать интервью разных интересных людей. И если идея вам нравится, вы ее поддерживаете, то пишите в комментарии ваши идеи, предложения. У кого еще мы узнаем, как у него был его первый раз? Если вам нравится наш дуэт, да, что мне кажется, что у нас хорошо в унисон получается доносить святые идеи, то вы тоже напишите об этом. И мы, возможно, начнем сотрудничать с своим хорошим другом Давидом. Все, друзья, всем спасибо. На связи. На связи была платформа Ваикра. Счастливо. Peace. Спасибо, Даш, что приехал. Сколько тебе мы там договорились? 100? Угу. Так, давай, не перелюдер. Ладно. Ну такое, конечно, блин. Я думал, что ты можешь бесплатно нам снять пару видосов. Смотри. Дело есть дело, понимаешь. Пообщаться по-дружески мы всегда еще успеем. Понятно. Ладно. Ну, давай это. Здесь что? Мало, честно говоря, мало ты мне дал. Мало. Слушай, блин, знаешь, какой мне как бюджет выделяет на всю эту проект. Ладно, в другой раз. Блин, и так уже в минусе, блин, шестяк какой-то, блин. Это Ваикра, нифига не идет. Ну ладно, спасибо. За 50 спасибо. Шекелей? Давай в следующий раз по 40 ладно. Хотя бы за видос один. То есть два видео, блин, 100 шекелей, до хрена. Я пошел. Ладно. Козел. Подписывайтесь на Ваикра. Все бесплатно, друзья. 100 шекелей верни, гад. Ладно.